И сегодня же в Казани открылась новая автомагистраль. Дорога соединила Новосавиновский и авиастроительные районы. Путь проложили от проспекта Амирхана к улице Максимова. Работы здесь полностью завершили, так что теперь автолюбители смогут преодолевать привычные маршруты быстрее в 3 раза. Плюс к этому магистраль позволит разгрузить проблемный участок перекресток улиц Копылова и Тецовская.